Здравствуйте. Скажите, как слышно меня? Ну, все хорошо, да, слышно. Спасибо. Как бы про список... список участников. Ну, у вас где-то он там должен быть на экране, справа, скорее всего. А, вы, наверное, мое смотрите. Ну, я убрал его, поэтому, так как он мне не нужен, мне нужен чат, и я больше места уделил под презентацию. Вот. Ну, если... Так, в общем, поговорим. Меня зовут Кожуховский Иван, я занимаюсь фронтенд-разработкой где-то уже больше 4 лет. И хотел бы вам рассказать про стиль написания HTML и CSS, про разметку, так сказать, стилистически верную, и какие бывают стили, которые помогут этого достичь. Вот. Ну, разметка вообще, ну, также еще хочу сказать, что данная, так сказать, лекция будет полезна, скорее всего, новичкам больше, потому что продвинутые фронтенщики, они уже имеют свой стиль, свои взгляды на него и считают что-то верным, что-то абсолютно неверным. Поэтому я лишь хочу сделать такой экскурс для тех, кто с этим вообще не знаком, ну, либо делать какие-то первые шаги, и я помогу им не оступиться. В общем, вот начнем с HTML разметки. Вообще разметка это, как вы видите, это создание структуры проекта, то есть какие сущности у нас есть. То есть любой сайт это изначально картинка, всего лишь созданная дизайнером. Причем не обязательно хорошо созданное, иногда приходится додумывать за него. Вот. Мы создаем с помощью тегов, описываем сущности, там шапка, футер, там меню, слайдеры, всевозможные формы и так далее. С помощью HTML тегов мы создаем их. Ну, это да, правильно, но как бы... Это можно сделать такое упущение в произношении, потому что приходится сталкиваться с этим словом, и произносить его нужно как можно быстрее. И у многих фронтендеров вместо HTML произносят HTML. Так же как не CSS называют, а CSS просто. Ну да, сленг, так сказать. Не профи, а просто любых фронтендеров. Так, не будем отвлекаться. Вот, в основном эта разметка, как указано, это занимает создание структуры элемента с правильными классами. То есть, вот что я говорил, то есть набиваем каркас нашего сайта, то есть хедер, там футер, сайдбары, меню, то есть структуру. И небольшая часть всего лишь любой разметки занимает это оформление текста. То есть абзацы, заголовки, цитаты, таблицы, списки. Это где-то около 10%. Конечно, есть исключения, как здесь указано. Если там верстает, сказать, там научная статья или очень красивая какая-то инфографика, то тогда... Основной упор делается на оформление текста, а не структуры страницы. Вебинар будет длиться где-то час-полтора максимум, не больше полтора часа. Я даже думаю, за час уложимся. Так как это такой вводный текст, лекция, основные идеи я выскажу. Тут нет ничего сложного. Для понимания он будет простой, не беспокойтесь. Ну, начнем вот про критерии нашей стилистики, HTML-разметки. То есть
она должна отвечать в идеале вот с представленным 5 свойствам. Быть простой, понятной, читабельной, логичной и модульной. Ну, это как бы тоже сложно понять. Пояснение про пространство имен. Сейчас мы разберем каждый пункт детально с примерами, так что не пугайтесь. Переходим к первому пункту. Простая. Вот. Перед вами верстка одной и той же формы, HTML разметка одной и той же формы в двух вариантах, верхний и нижний. Вот какой вариант, вот верхний и нижний. Самый простой вариант это тот, где меньше кода. То есть второй вариант, который снизу, он и будет проще. Да, правильно пишут в чат. Так как здесь нету лишних оберток, как вот здесь, что здесь обертка у нас есть, clear fix row, потом есть еще внутри две обертки, save me in new password. Как бы это неплохо, просто чем меньше кода, тем он проще. Поэтому использовать излишнюю вложенность не стоит, если она необходима для оформительной части. Вот. Дальше. Понятно. Понятность заключается, ну, у верстальщика, как бы, единственное, с чем он работает, в основном, это именование классов. Поэтому, чем проще и понятнее вы назовете классы, тем проще будет поддерживать проект и работать людям параллельно с вами или после вас, когда вы закончите проект и кто-то будет с ним работать. Вообще, как бы вот этот материал, который я рассказываю про стилистику, он направлен больше на взаимодействие, чтобы для командной разработки, потому что сейчас эта стилистика много где требуется во всяких конторах, потому что работают люди не одни, вот, и нужно как-то понимать друг друга, и поэтому стилистика вот здесь и применяется. Вернемся к нашему понятному критерию, то есть что зеленым у нас хорошие наименования классов, красным плохие, что, допустим, синий треугольник. Ну да, я понимаю, что такое синий треугольник, но как бы зачем этот треугольник синий нужен, как бы непонятно из этого названия. Также, что здесь написано транслитом, это тоже очень, это плохо, точнее, вот. То есть зеленым все понятно. Карта это корзина, скорее всего, в интернет-магазине. Main меню это что главное меню. И каталог item это какой-то элемент каталога. А справа я, как уже озвучил, не очень информативные названия. Идем дальше. Вот. Такой интерактив небольшой, что это вот за блоки? Это вообще один блок или два? Как вы думаете? Ну да, как бы так как он разделен на два, создается впечатление, что это два разных блока. Но на самом деле у нас вот что. Это фотогалерея, так сказать, разметка фотогалереи. Как бы это блок, так сказать, часть, модуль один, но его можно, то есть, сверстать первым образом, вот таким вот. И можно сверстать получше, попонятней. То есть здесь у нас слайдер контент, первый блок и второй button combination, button влево, вправо, как бы тоже могут возникнуть вопросы. Третий вот этот слайд, это ну, то есть что на самом деле это верстка одного и того же блока фотогалереи. Сверху как бы не особо хорошо составленная разметка, а снизу хорошо составленная. Да, вы правильно говорите, что блочный элемент, да, по факту два. Его также можно было и обернуть еще в один, то есть сделать обертку для большей понятности, но тогда бы вот.
А во втором как раз у нас все эти проблемы решены во втором примере. Вот он покрупнее, что у нас есть обертка, как Gallery, в нем есть... Ну так, да, около бы 3. Вот. Да, здесь два блока. Здесь блок один из-за того, что все, что внутри него, все вложено в этот блок. То есть наша картинка в него вложена. Вот эта картинка в него вложена, как вы видите, в теге фигура image есть. И также наши кнопки, они также вложены в блок gallery. А в первом варианте, который не очень хороший, у нас разбито на два блока: слайдер контент и блок под кнопки. Да. Ну да, понятность это есть упрощение. Вы все правильно поняли. Ну, читабельность это в основном форматирование кода. То есть кто-то использует там два пробела, кто-то четыре пробела, кто-то табы. В общем, читабельность это чисто форматирование кода. Вот. Можете вот, как видите, пример плохой читабельности. Здесь вот взглянув, очень сложно сразу сказать, какой режим работы, допустим. Согласны же? Вот. И другой есть вариант. Здесь сразу понятно и читабельно, какой режим работы у заведения. Можно на любой день спокойно сказать расписание. То есть это пример хороший. Хорошего форматирования как следствие читабельности и вот плохой. Но эта читабельность нужна лишь для людей, то есть для разработчиков, для команды. Потому что поисковикам и браузеру все равно, каким образом у вас там отформатировано, что ему лишь бы, чтобы не было никаких синтаксических ошибок и он проходил валидацию. Да, как вы видите, здесь все у нас красиво по полочкам, и если надо что-то поменять, вы потратите на это гораздо меньше времени, чем в этом варианте. Проблем как бы конкретно не будет посвящено разделу, но он будет упомянут. Будет упомянут BEM и такие более вещи простые, как попроще BEM, просто каскадность еще будет рассмотрена. То есть BEM отдельно подробно не будет рассматриваться. Логично, логично, то есть тоже она имеет свои подпункты. Это простота и понятность, нет логических ошибок, то есть тот элемент, который изображен, реализован так, как должен. И учтены все состояния, вот что есть форма, допустим, что она должна, у нее есть активная, там неактивная область, кнопки и так далее. Сейчас мы это рассмотрим подробнее. Про текстовые редакторы такие особенности мы в конце в самом поговорим, потому что как бы к теме это совсем не относится. Вот. Да, вот. Про учтенные детали, что есть такие вещи, в которых дизайнер, я в самом начале говорю, что дизайнер может не все предусмотреть, у него, допустим, в ТЗ не было или видения каких-то вещей, он мог забыть это нарисовать или даже не подумать, что возможна такая ситуация. Сейчас мы это проиллюстрируем. Вот. Про детали и ошибки дизайнеров. И то, на что нужно фронтендеру обращать внимание, несмотря на то, что этого может не быть в макете. То есть такая ситуация. Вот у нас есть форма входа. Ну, это не форма, а кнопки войти, зарегистрироваться, которые ведут уже на формы. Вот. Что будет, если войти нам в учетную запись? Как бы мы из этого рисунка не понимаем,
Потому что там должно, по идее, появиться новое состояние, где отображается наш ник, какая-то информация и кнопка «Выйти». А этого в макете нет. И если мы это сверстаем, то это пойдет дальше, и у программиста, который будет работать с вашей версткой, тоже возникнет вопрос, и у него он точно возникнет, и все, он пишет на вас, что вы не сверстали состояние. Вы не сверстали, потому что вы его не увидели. А надо было обратить внимание и подумать с дизайнером, и как с этим быть. То есть вот. Также меню очень часто бывает ситуация, что как будет выглядеть активный пункт меню. Здесь это тоже никак не указано. Также ховер состояние, актив состояние, либо disable состояние недоступное. Вот это все надо держать в голове. Вот при работе с формами, с меню, это надо знать и всегда реализовывать. Если нету материалов для этого, то обращаться к дизайнеру, либо к другому начальству. Вот. Также очень такая важная вещь в интернет-магазинах, как добавление в корзину. Что происходит с кнопкой добавления? Она может либо поменяться, там, типа добавить еще, либо превратиться в кнопку убрать из корзины. То есть тоже много всяких вариантов. И если макет имеет эти состояния, их нужно реализовывать. Вот про пространство имен. Есть у нас, допустим, разметка. Вот пример пространства имен. Птица, bird, блок. И в нем уже другие элементы. Заголовок, описание, аннотация и ссылка. Также, как будет выглядеть для него CSS? Это будет каскад, ну, вложенность. То есть мы будем использовать bird везде, так как он является оберткой для всех внутренностей. И уже свойство писать, ну, не bird, а bird. Вот. Как можно прочитать? Просто я читаю так. Bird. Вот. Да, не суть. Главное, что совпадали в HTML и в CSS названия. Тогда это будет работать. Вот. Пространство имен. То есть мы создаем новое пространство имен путем создания обертки с уникальным именем. Либо не уникальным, потому что мы можем этот элемент переиспользовать в любом другом месте сайта. Вот, назвав пространство имен Bert, мы сможем обратиться и написать стили к всем его составляющим. Как в данном примере это Bert Title, заголовок, аннотация, description и так далее. Вот. Есть другой пример. Это уже больше похоже на BEM. Как уже кто-то спрашивал, использовать полные наименования, а не вложенность. Потому что в чем минус данного подхода к каскадности, первый я вам продемонстрировал, что вы можете создать несколько тайтлов и потом запутаться в своих стилях, что вы потом где-то используете тайтл без обертки, и результат получите совсем не тот, который ожидали, что будет перекрытие стилей. А вот такое наименование, BEM-подобное, оно позволяет этого избежать, что у вас сразу в названии каждого элемента написано его родитель, название, и сам элемент через какой-либо разделитель. В данном случае это дефис. Про разделитель мы там дальше поговорим, какие они есть. Вот. То есть, как вы видите, вот. С разделителями и полной записью это выглядит данным образом. И здесь плюс, что не будет никаких перекрытий, как в первом варианте данных. Ну, использовать разумный каскад еще есть такой совет, что каскадность это хорошо, но можно переусердствовать и создать много лишних тегов и очень длинные названия классов. Ну, здесь продемонстрировано это, что в первом случае все
сдержано так, ясно, ничего лишнего. А во втором все слишком у нас подробно, что у нас есть лист, список и потом элемент списка, потом все у нас расписано, что это картинка, какое-то там описание, кнопка. Это может понадобиться, но без необходимости так усердствовать не стоит. Ну и вот как это все у нас чрезмерный каскад у нас в что может превратиться. Ну это уже стили вот для этой HTML разметки. То есть в простом, в таком хорошем случае это у нас выглядит вот так. Вложенность всего лишь второго уровня максимальная. А в таком чересчур усердном случае у нас тут и тройные вложенности есть, и очень большие правила. Это тоже не есть хорошо. Значит, вы что-то делаете не так. Так, вот про пространство имен. Что это упрощает именование классов, как я уже вам демонстрировал, что вы задаете обертку и от нее уже именуете все составляющие. Помогает разбить код на независимые блоки. Тоже, что переиспользование кода повышает, что вы можете этот блок перемещать в любые места, и он будет также выглядеть. Вот. Также нежелательное перемешивание, оно же наложение стилей предотвращает. Ну, предотвращает в случае, если вы соблюдаете всегда вложенность, как здесь, либо используете запись полную, то есть через разделители. Так, я немного не туда залез. Вот. Ну, также ускоряет разработку и упрощает поддержку. Также это направлено на командную работу, что я говорил. Вообще все эти стилистические штуки и заморочки никак не влияют, так сказать, на результат и работу ваших сайтов, но это улучшает взаимодействие команды. Ну, вам здесь в чате уже ответили, как бы тут тоже вопрос не совсем по теме. Если что, в конце разберем пару ваших вопросов. Ну и вот небольшие такие критерии, которые можно, что должен каждый хороший фронтендер делать. То есть в первую очередь он должен видеть структуру сайта. То есть вот мы видим хедер, там видим меню, видим слайдер, видим подвал, видим там форму, видим там всякие карточки, пояса. Все это пишем правильно. Вот, не создаем лишних там каскадов и так далее, не усложняем ничего. Ну, также вот называем все правильными именами, что можно было точно понять, что этот блок за что он отвечает. Также не забываем про поведение на сайте, что если нажать на какую-то кнопку, может что-то измениться, и это может под это есть еще состояние, вот как в пункты меню, то есть активные, неактивные, наведенные состояния, всякие вот статусы, то есть тоже в корзине, не в корзине. Это может быть в макете, вы забыли посмотреть, что есть для этого элемента дополнительное состояние, потому что оно скрыто там в слоях. Либо дизайнер тоже забыл, вам тогда надо с ним уже связываться. И также хорошее качество – это обладание своего стиля. Обладание своим стилем. Про это мы поговорим дальше. Вот, стиль кодирования. Стиль кодирования это тоже у каждого, как я вначале сказал, он свой. Кто-то к нему приходит по опыту своей работы, кто-то берет уже готовые методологии. Вот, кто-то не имеет и пишет
то, как написалось, и никак потом это не менять и не переосмысливать, правильно он это сделал или неправильно. Просто быстро. Либо бывает, что что-то надо сделать быстро, и не всегда есть время над этим задуматься. Ну, есть в стилистике, вот, так как это субъективная вещь, есть такие холиварные моменты. Да, рефакторинг. Есть такие холиварные моменты. Первое, это разделитель классов, который мы уже рассматривали. Это может быть, ну вот напишите, кто использует какие, кто нижнее подчеркивание, кто дефис, кто кемел кейс. Можете написать. Вот, сейчас посмотрим. Вот есть вариант с дефисом. Дефис, нижнее подчеркивание. Верблюжью даже нотацию кто-то использует. Ну, как видите, все разделилось пополам, по 33% где-то все у нас, как вы видите. Это не хорошо и не плохо, это обычная практика и статистика. Также вот пробел, табуляция. Кто использует сколько пробелов, там 2, 4 или таб, тоже можете написать. Ну, побеждает таб, но он побеждает, потому что современные редакторы заменяют таб на пробелы. Вот. Так. Также сортировка CSS свойств есть. Кто-то их сортирует по алфавиту, кто-то по назначению, кто-то еще каким-то способом. Дальше мы это, кстати, разберем. Дальше сортировку CSS свойств. Ну да, кто-то как получится. Я сам лично пишу правила, как получится. Просто те, которые я в голову пришли, те и пишу необходимые. Но на самом деле есть даже для этого стилевые рекомендации. Так, ну, вообще, и все вот эти спорные моменты, все эти спорные моменты разбираются в команде, если вы занимаетесь командной разработкой. Вот, в компаниях часто принято свое какое-то редактирование, и каждому сотруднику обязательно нужно придерживаться. То есть там дефису, однойному дефису, двойному подчеркиванию, то есть в каждой фирме свои законы. Приходится иногда подстраиваться, переучиваться. Бывает довольно больно. Вот. Также есть два совета, что какой-то свой стиль, если вы там индивидуально у вас разработка, выбирайте и всегда будьте последовательны и единообразны. То есть последовательны, всегда используйте тот стиль, который вы выбрали. И единообразно, что в каждом проекте вы можете свой стиль менять от проекта к проекту, что-то улучшать, там, изменять, понимать свои ошибки, но если вы уже какой-то стиль применяете в проекте, не стоит в середине его менять. Если вы что-то, говорю, уже выбрали, вы должны до самого конца проекта придерживаться одного стиля, иначе тоже это будет не очень хорошо. Ну, вот есть примеры двух различных стилей мы рассмотрим. Вот первый стиль, что у нас здесь все так красивенько, отступы, структурировано все очень, разделитель у нас подчеркиванием выступает, можете обратить внимание, нет никаких айдишников, семантичных тегов нету, это у нас все тут на дивах, ну кроме списков и так далее. Есть второй стиль, где у нас используются айдишники, вместо разделитель у нас camel case. Используются семантичные теги header, footer, main, sidebar. Вот. Кто-то может сказать, что айдишник это плохо, неправильно. Ну, есть такое, как бы. Да. Это вот есть еще у нас. То есть второе, да. Ну, тут что-то у человека случилось, он
стал непоследовательным. Да, лучше всего использовать не чаще, а всегда классы. Айдишники используются только лишь для написания скриптов, потому что обращение по айдишнику быстрее, чем обращение по классу. Ну, это такая уже JavaScript вещь. Ну, в общем, для верстки айдишники практически не нужны, кроме там всяких for у лейблов, чтобы сослаться на какой-то input и так далее, либо чекбокс. Вот. Во всем остальном лучше использовать классы. Вот. Да, айдишники больше фронтенд программистами используются. Ну, бывает и верстальщики, говорю, в формах, в лейблах это часто используется. Так. Ну, и есть вот пример вообще не структурированного кода, то есть человек тут у нас использует и кавычки, и двойные, и однойные используют. То есть код у нас на скрипты не вынесены в отдельный файл. Табуляция у нас то, тут у нас вообще 6 пробелов, тут 4. Ну, очень сложно с таким кодом работать будет, даже любому из вас, я думаю. Да. Ну, на самом деле, еще такой код не только сгенерированным бывает. Еще, когда проекты какие-нибудь старые, там, сделаны 10 лет назад, и все эти 10 лет с ними работали разные разработчики, то есть там за 10 лет там могло поковыряться в этом сайте там разработчиков, не знаю, 20 спокойно минимум, и вот привести его код вот в такое безобразие. Вот это очень плохой пример, когда отсутствует вообще какой-то стиль. Вот, и подойдем вот к методологиям. Стиль, я вам говорил, что есть прям уже такие труды. Вот, здесь приведены ссылки на некоторые из них. MDO, Google и Idiomatic. Ну, мне как бы, я больше придерживаюсь вещей из MDO. MDO это автор Bootstrap. Он написал свой стайл-гайд. Мы вот дальше его разберем как пример. То есть стайл-гайд от этого человека у нас рассказывает следующее насчет HTML, что вот вообще стайл-гайды, они даже описывают такие вещи, вот как мы уже говорили, что порядок написания стилей в свойствах CSS, также порядок написания атрибутов у HTML тегов, то есть какой вот первым писать атрибут, ID-шник, класс, дата, атрибут src, title, alt, вот. Это стайл-гайд от MDO говорит, что первым мы всегда пишем класс. Вне зависимости, какой тег div это, а, input, без разницы. Первым всегда должен писаться класс. Для чего есть такая совет, что верстальщику, по сути, он работает в основном с классами, и ему нужно для быстрой и эффективной работы как можно быстрее узнавать класс элемента. Поэтому очевидный совет, использовать его первым. Ну, вторым у нас должны идти ID и name, потом третьим в порядке дата стоит, атрибут, потом src, title и в самом конце такие семантичные вещи, как aria или row. Так. Двойные, ну, то есть не двойные, а булевые атрибуты, такие как disable, check it, вот, их можно писать двумя способами. Можно написать просто check it, либо disable, а можно писать check it равно check it, либо disable равно disable. Вот, данный style guide, он говорит, что не надо присваивать никакого значения, просто пишем disable, либо check it в булевых атрибутах.
Ну, вот, возвращаемся теперь подробнее про CSS свойств в правилах. Что, ну вот, чаще всего разработчики пишут просто, куда попал курсор, что первым придумал и так далее. В принципе, я разделяю этот подход, потому что, как бы, если возникает, нужно что-то поправить и так далее, то разработчик пользуется поиском, то есть он смотрит в инспекторе, какое свойство не так работает, либо что он хочет изменить, и просто копирует его, либо печатает в поиске в редакторе и находит его тут же. Вот. Поэтому, как бы, ну, если... Ну, на такой случай все равно есть и здесь правило, это порядок следования свойств. То есть первыми должны идти свойства позиционирования. Вот у нас есть пример для этого. Потом следующий в порядке это свойства бокс-модели. То есть всяким высота, ширина, марджинги, паддинги, бордеры. Типографика третья по порядку идет и визуализация. А, ну, бордер в виду визуализации, да. Я немного не так сказал. Вот. Ну, это все-таки полезно будет, когда много правил написано, вот как здесь очень много правил для одного свойства. Ну, такое редко бывает, и, как я говорю, всегда есть поиск. Поэтому именно вот этого лично я не придерживаюсь. А про прошлые пункты я их придерживаюсь. Ну, также MDO советует не использовать импорт в CSS, а использовать тег link из HTML. Ну, импорт это способ загрузить из стилей другую таблицу стилей. Вот. Альтернатива тегу link в HTML. Ну, импорт не советую, так как там бывают проблемы с быстродействием, либо да, рендерингом страницы, что link работает побыстрее. Ну, есть также правило для написания медиа-кверисов. Медиа-кверисы, если вы не знаете, это, так сказать, правило для определенного разрешения сайта. Не разрешения, а размер ширины сайта. Вот. Свойства с префиксами. То есть, свойства с префиксами, как пишутся, то есть, они... Свойство без префикса пишется в самом конце и выравнивать по, так сказать, двоеточию, лесенкой. Такой совет есть. Одиночные правила советуются писать не, ну, не с новой строчки, а писать в одну строку, в то время как, если свойств несколько, их писать одно под другим с новой строки. Также, что совет всегда между открывающейся скобкой и самим названием класса поставить пробелы. Запись должна быть, я на всякий случай сам пишу бандикамом. Вот. Ну, также советую MDO. Создатель Bootstrap не использовать у некоторых свойств, у которых есть сокращенная запись. Эту сокращенную запись он советует не использовать. Допустим, вот как в плохой пример он приводит, что margin у нас задан 0.0.10, то есть это надо визуализировать там себе эту блочную модель, что первое число это у нас вверх. Ну, отступ сверху, второе, это там справа, третье снизу, четвертое слева. А если у нас три цифры, то значит первая и последняя отвечают за верх и низ, а вторая за лево и право одновременно. Как бы вот. Для профессионала, конечно, это не вызовет затруднений,
Ну, все равно сократить там на долю секунду размышления запись просто margin bottom 10 пикселей. Он прочтет и поймет, что это происходит. Так. Вот. Также background red, что указано вместо background color red. Ну, тоже такие спорные вещи. Допустим, вот как background, либо border, что нет смысла border разбивать там на border width, border color, border style. Запись border, там один пиксель solid black, вполне читабельно, понятно и воспринимается очень хорошо. Вот. Ну, в общем, как бы это я вам рассказал еще про style guide, который можно взять за основу. Так. Если у вас нет своих каких-то наработок. Сокращенная запись. Ну, сокращенная запись, она читабельность не ухудшает. Она где-то вот как в бордере наоборот улучшает. Просто вот с марджингами и спайдингами возникают иногда трудности из-за того, что когда там три особенно числа и так далее, что надо всегда в голове знать, что по часовой стрелке цифры располагаются, что есть три числа, то там первое и последнее это верх и низ, а второе это лево и право одновременно. Ну, про БЭМ я вам расскажу, просто, ну, хотя... Нет, проблем я вам не расскажу. Это как бы не планировалось, во-первых. По БЭМу есть материал у Яндекса очень хороший. Ну, не зажал просто, во-первых, она не планировалась изначально рассказывать. БЭМ это, грубо говоря, хорошо, немного расскажу. БЭМ это, грубо говоря, вообще расшифровывается как блок элемент модификатор. Это, так сказать, правило для именования классов элементов. Вот. То есть, как я уже говорил, что вот мы рассматривали там, что можно про пространство имен, что можно создать блок, назвать его как-то, и все внутренние его элементы должны называться так же, как его родитель, и через разделитель определенный уже сам элемент дочерний. Ну, без примеров это сложно воспринимается. Ну, в общем, есть такая вещь BEM, если вы затрудняетесь всегда, как назвать мне класс, почитайте про БЭМ. Это разработка Яндекса, так сказать, фишка его. И информация есть на самом, у самого Яндекса, и там все, в принципе, просто. Ну, как бы, вообще, я вам про стилистику рассказал, то есть рассказал, какие критерии есть, то есть там читабельность, простота, логичность, зачем это надо, что для кооперации между людьми и поддержки дальнейшей. Также рассказал про стайл-гайды, вот, ссылки на них были. Вот, можете, есть стайл-гайд от Google, Идиоматик, может они вам больше приглянутся, чем от МДО. Как бы у меня материал как бы все. Мы уложились, в принципе, в 45 минут. Вот я вам рассказал про стилистику. Можете написать, было вам это интересно, полезно. Не знаю. Как я сразу говорил, что это будет такая довольно для новичков вещь. Ну да, дальнейший шаг в этом деле это БЭМ. Ну, я уверен, что будет про БЭМ тоже занятие. Ну, PHP вообще не относится к фронтенду.
Не, стайл-гайдов, конечно, много. Намного больше, чем три. Просто эти самые известные, такие уже состоявшиеся, самые популярные. Но как бы у каждого человека свой стиль. Говорю, вы можете спокойно написать свой стайл-гайд, запостить его где-то, и может он попадет в список этот. Ну, если у вас есть какие-то по фронтенду вопросы, я могу минут так 10 ответить вам на них. Ну, смотря зачем написать на почту. JavaScript, если это не Node.js, то это фронт. Потому что Node.js чисто серверная вещь. jQuery, да, это фронтенд. Презентация. Ну, наверное, будет выложено, просто я не знаю, где. Ну, да. К Angular отношусь нормально, я сам с ним работаю. Я когда задался вопросом, какой фреймворк для клиентского программирования выбрать, у меня было два кандидата, это React, тогда недавно вышедший, и Angular, Ember и Backbone я не рассматривал, потому что Backbone это уже точно абсолютно устаревшая вещь, что он там разработан, что там 5 лет назад, если не больше, и современным задачам он никак нет. Конечно, на нем можно реализовывать проекты, но это будет намного дольше и сложнее, чем на том же Angular. Так, в общем, я отношусь положительно к Angular. Тем более выйдет вторая версия, и там обещают еще больше всяких вкусностей. Ну, что должен знать верстальщик, чтобы найти работу в студии? Во-первых, это HTML, знать теги его, CSS, его свойства. Не пугайтесь, когда там пишут HTML5, CSS3. Это все тот же HTML, CSS, просто расширенный. Вот. JavaScript уже без JavaScript вообще никуда. Сейчас уже везде требуются всякие фреймворки, типа Angular, React, Backbone. Поэтому хотя бы jQuery вы должны владеть. Вот. То есть уметь реализовывать всякие слайдеры, селекты, всплывающие окна, галереи. То есть без этого вас, ну, не будут даже рассматривать. Также у вас должна присутствовать какая-то стилистика, что не было никакой каши. Не обязательно вот какая-то там популярная по стайл-гайду, но она у вас должна быть своя такая продуманная, и вы должны ее использовать везде, а не где как написали, так и оставили. Также что еще полезно владеть адаптивной версткой, ну, знать, как это работает, для чего это надо. Ну, не обязательно писать это все руками, есть фреймворки для этого, например, Bootstrap. Они очень легко сетку эту реализуют адаптивно. То есть, ну, HTML, CSS, JavaScript, включая jQuery, адаптивная верстка, какой-нибудь CSS фреймворк. Ну, я советую Bootstrap, как он самый распространенный. Также вы, ну, очень хорошо, если вы будете разбираться в оптимизации загрузки страницы, то есть, ну, скорость, то есть, чтобы вы поддерживали там как можно меньше запрос к серверу было. То есть это что этому способствует? Это с картинки все в спрайте, либо в Base64. Вот. Вот эти вот вещи, если вы им будете владеть, в принципе, и иметь опыт хотя бы там полгодика, какие-то там проектики, не обязательно какие-то коммерческие, сами можете что-то там брать, верстать, либо копировать, ну, не подчистую, а просто пытаться воссоздать. То есть не обязательно, чтобы они были в интернете опубликованы. То есть, ну, портфолио хоть какое-никакое тоже надо иметь, чтобы найти работу в студии. Так.
Что должен написать? Пожалуйста, почтовый ящик. Вопрос по верстке. А, лес или САС? Да. Тоже такой вопрос. Я лично выбрал лес, так как в САСе, конечно, САС он более функциональный, чем лес, но как бы эти функциональные фишки из САСа, которые в нем есть и нет в лес, они используются, ну, довольно редко. Ну, хотя есть разработчики и проекты, где это все используется, но я выбрал лес, так как он быстрее осваивается. Для него не нужен Ruby для компиляции. Вот единственный, ну, большой минус САСу, что нужен Ruby для его компиляции. Галп или Грант? Ну, конечно же, галпу, что он работает быстрее, что он работает с памятью, а не с файлами, как Грант. Ну, и в принципе они отличаются от Гранта не особо сильно, только что галп асинхронный, там все время надо писать всякую кучу зенов. Ну, ну, в общем, вот. Если вопросов больше нет, то я буду заканчивать, и там появится запись. Ну, не знаю, может не сегодня, завтра. И с презентацией тоже поработаем. Так что ждите материалы. Всем спасибо за внимание. До свидания и успех. А, ну, бой, да, менеджер. Всем до свидания.